Ну и погодка. Вы видите снег, а я чувствую дождь. Потому что циклон, который пришел хоть из запада, но имеет большую долю южного влияния. Это тропический-пропический циклон. Он много раз плутал свои следы. Хабаровские синоптики ждали сильный снег, однако сейчас это пока не так. Собственно говоря, так к нам прорывается весна. Утром воскресенье снег уже закончится, и мы увидим, сколько на дороге выпало осадков. Пока синоптики ожидают только лишь треть месячной нормы. Потеплевшие ночи станут снова холоднее после этого циклона. И этому будет способствовать два обстоятельства. Во-первых, это заток холода в хвост уходящего циклона. И чистый белый кристальный снег. Именно он будет отражать лучи и будет способствовать охлаждению. В результате ночи похолодают до 10-14 градусов мороза. Зато днем из-за большого уже светового дня станет теплее. И 7-8 марта еще слабоотрицательные значения, то есть около минус 3. А 9 марта мы ждем слабоположительной температуры плюс 2. К концу недели к нам снова придет тропический циклон и снова пойдет снег. Еще раз повторю, что именно так к нам прорывается весна. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны на дорогах. И еще увидимся.